Prezident İlham Əliyev oktyabrın 7-sində Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Bağdad Amreyevi qəbul edib. На высоком уровне будут достигнуты новые рубежи сотрудничества наших государств. За последние годы география нашего сотрудничества расширяется. Нам очень приятно, что братские государства подключаются к нашей инициативе. Нынешний саммит будет юбилейным. 10 лет назад в древнем азербайджанском городе Нахчеван мы приняли решение создать совет сотрудничества. Я помню очень детально все моменты, которые сопутствовали этому важному решению. Ну и вы знаете, что Азербайджан не первый раз принимает глав братских государств, поэтому уверен, что и организационная сторона будет на высоком уровне, и содержательная. Что в преддверии этого важного события мы с вами должны обсудить последние моменты для приготовления, подготовки саммита с тем, чтобы он прошел успешно и еще больше консолидировал наши страны. Спасибо, господин президент, за ваше время. На самом деле, вот уже саммит на подходе, и действительно, у меня была большая потребность доложиться вам о том, что сейчас делается, что нам еще успеть сделать до саммита. Прежде всего, хотел бы сказать, что Азербайджан занимает особое место вообще в тюркском, в процессе тюркского единства, Нахичеван. Именно на Азербайджанском земле соглашение Нахичеван было подписано. Именно Баку, на Азербайджанском земле, вы принимаете юбилейный саммит, вот 10 лет функционирования Тюркского совета, как бы это 10 лет был периодом становления. Теперь мы завершили благодаря вашей политической воле, благодаря вашим решениям важным по формированию вот, именно тюркского единства. Мы завершили становление, институциональное становление. Теперь мы переходим в новый этап уже большей интеграции.